Всем привет, друзья! Олег Бирхантер, и это первое видеоинтервью с Алексеем Юрченко, с охотником, которому у нас когда-то выходило видео про подготовку арбалета с Михаилом Сбродом. Это как раз был тот самый арбалет, с которым сейчас Алексей пойдет на охоту. И это у нас первое интервью, в котором он еще не пошел на охоту, также будет второе уже по итогам, да, разбор полетов, можно сказать. Поэтому для меня это первый опыт, прошу меня простить за, там, я не знаю, дергание стулом или еще за какие-то огрехи. Во второй части она уже записана, все будет получше. Ну что ж, приятного просмотра! Заводи тогда разговор, потому что я не знаю, как у вас принято, я так понимаю, ты там очень часто этим занимаешься. Берешь некие интервью или как там это у вас называется, подкасты, Курашов проводит? Ну, я не то чтобы часто это делаю, просто меня заставляют это делать, поэтому приходится. До меня Но, дошли. По крайней мере, у тебя есть некий опыт, вот, так что давай делись. И бери бразды правления в свои руки. Хорошо. До меня дошли слухи, что ты на охоту собрался. Собственно, по этому поводу мы тут и собрались. На охоту с арбалетом я собираюсь не в первый раз, но в связи с тем, как у нас организовывается охота, я не хочу сказать, что это плохо, но это не совсем удобно для обладателей охотничьего метательного оружия, будто это будут луки, будто это будут арбалеты. В связи с тем, что на данный момент, насколько я знаю, я один в Республике Беларусь, вот, то приезжая в охотугодье, в любые, и когда ты говоришь, я там собираюсь добыть у вас лося, либо там кабана, либо даже это что-то будет по мелочи, вот, и говорю, что я буду охотиться с луком, народ сразу говорит, что у нас охота с луком либо арбалетом разрешена только в вольере. Вот, даже пытаясь показывать нормативно-правовые акты и показывать удостоверение, что у меня, к примеру, как лук, он у меня на данный момент зарегистрирован, арбалет еще не зарегистрирован, но у нас с арбалетом я собираюсь ехать именно в частное охотхозяйство, где охота с арбалетом разрешена. Вот. И вот это вот идет камень преткновения. Ну вот, поэтому не всегда получается охотиться. По крайней мере, здесь, где я живу, поэтому мне приходится ездить за 350 километров на охоту, где егерь прекрасно это все понимает, что у нас это все разрешено. Ну а вообще тот факт, что ты зарегистрировал свое холодное метательное оружие, тебе облегчил охоту с этим холодным метательным оружием? Да, конечно. Вот смотри. Дело в том, что я сейчас собираюсь регистрировать арбалет, потому что в течение года это очень долгая история, лучше ее не касаться, потому что также не все люди, которые занимаются регистрацией данного оружия, когда оно переходит в разряд оружия, тоже не хотят, ну не совсем не хотят, но есть, там все очень сложно. Вот, чтобы его зарегистрировать. Поэтому вот в феврале, получается, с 15 вроде февраля сказали мне уже подходить. Угу. Но когда оружие зарегистрировано, то у меня открывается гораздо все легче. Что ты имеешь в виду? Ну, вот. Потому что, насколько мне известно, там в частных охотугодиях всегда можно было охотиться. Там, хоть с ножом, всем было как-то глубоко все равно. А вот ты сейчас говоришь, ты сейчас да. просто сказал, что проблема в том, что, что в этих не в частных охотугодьях все равно до сих пор с луками и с арбалетами не сильно рады принимать. Отсюда у меня вопрос возник. Насколько тебе эта регистрация помогла? Дело в том, что зарегистрировав лук, я уже не привязан к охотхозяйству частным. Угу. И у меня есть возможность, я знаю егерей за 350 километров, которые говорят, да, конечно, приезжай и охоться у нас. Вот я в этом году ездил на лося 4 раза, я лося не добыл, но каждый раз я лося подманивал на расстояние выстрела. Но по стечению обстоятельств оно всегда, как тебе сказать, то лось выходил прямо под дерево,
я не мог изогнуться, то он выходил на расстояние, вот это видео точно скидывал на YouTube, когда ветка передо мной и лосем была. Вот, в частное охотхозяйство я собирался ехать с 1 декабря, вот, но я сорвал спину, это когда взводишь арбалет, у меня взвод арбалета Doom Military на максимальных плечах, спина не выдерживает больше 10 раз. Вот, у меня просто у меня компрессионный перелом позвоночника, и вот этот нюанс у меня сказывается. А потом я заболел, я поехал на охоту, вот, и заболел. Поэтому вот сейчас выздоровевший и восстановивший спину, я поеду в частное охотхозяйство, которое находится около меня. Так, смотри, с этим я понял. Расскажи мне про арбалет, потому что, насколько я помню, ты записал видео, что у тебя арбалет перестал стрелять, перестал попадать куда нужно, потом ты пропал, сейчас ты появляешься, говоря, что вот я с этим арбалетом еду на охоту. Соответственно, объясняю, что произошло? Когда арбалет был настроен, настраивал его... человек, который делает тетиву. Я не могу сейчас вспомнить фамилию. Сбродов, Сбродов. У нас видео на канале есть как Сбродов. Раз, как этот самый арбалет, он я тогда пристрелял арбалет на 50 метров, и тогда у меня стрела как со спортивным наконечником, так и с наконечником фиксированным охотничьим на 50 метров у меня все прилетало идеально. Приблизительно после... я думаю, после 150 выстрелов, 150-200 выстрелов, стрела со спортивным наконечником и с фиксированным наконечником охотничьим начала иметь совершенно разлет. То есть тетива потянулась, тем самым у нас потерялась настройка лука, скажем так. В декабре, как я тебе и говорил, я собирался на охоту, вот мы тогда списывались, я его пристрелял на всякий пожарный, потому что 1 декабря у нас как бы открывается охота на лань в частных охотугодьях, вот, я его пристрелял и тогда сорвал спину, вот, сейчас... я позвонил, они говорят, не вопрос, приезжай. И почему я еду сейчас с арбалетом, не настроенным, но пристреленным на 40 метров? Потому что за 2 дня я бы мог влезть в эту настройку и ее до конца не завершить. Я же сегодня должен был поехать на охоту в 3 часа сегодня. Но дело в том, что мне отзвонился егерь, на территорию зашли волки. И офлажковывание волков вот, на территории охотхозяйства, это гораздо важнее, чем я бы добыл лань и заплатил бы там им $100 за эту лань. То есть им добыть волков это всегда на первом месте. Поэтому но мы ты же мог не с арбалетом вообще поехать, а с луком, например, или с огнестрелом? Еще раз задай, пожалуйста, вопрос. Говорю, ну ты же мог, не обязательно с арбалетом ненастроенным ехать, ты мог взять лук или ружье. Для того, чтобы добыть лань? Да. Дело в том, что я сейчас езжу на охоты каждые 3 дня. За последний месяц я добыл 8 косуль, 1 оленя и 11 бобров. Поэтому... скажем так, здесь сам смысл был ехать именно туда для того, чтобы добыть это с арбалета. Ну, в таком случае ненастроенный арбалет даже добавляет интереса к твоим приключениям. Я бы, конечно, хотел, чтобы он был настроен. Вот. Но ситуация так сложилась, и мне... я позвонил, и мне сказали, типа, да, все, приезжай, лучше 100% знать, как у тебя работает ненастроенный арбалет, чем настроить его, и ну, за 2 дня можно это не успеть сделать. Это лично мое мнение, что я бы мог влезть с твоей помощью, вот, еще с чьей-то помощью, и до конца это не завершить. И вот это бы была проблема. А вот сейчас съездивший
и, к примеру, там добывший, либо не добывший лань, я влажу в арбалет, но перед тем, как влезть в арбалет, я же все заказываю. Человек говорит, я тебе вышлю, Сергей Олегович, тот, что делает распечатку, чтобы клеить перья винтом на арбалетные стрелы. Сергей Олегович вроде бы с Москвы. Нет, он с Питера. В одноклассниках он. А, ну или с Питера. То есть вот я хочу, чтобы он мне выслал. Но он говорит, да, выслал. Я говорю, куда денежку перечислять? И он тоже пропадает, как и я пропадаю. Вот. То есть я хочу однозначно для того, чтобы настроить идеально арбалет, по моему мнению, это надо поклеить перья винтом, потому что в луке это помогает. Может быть, у меня не до конца настроен лук, и винтовое оперение сглаживает те мои огрехи в настройке. Также в арбалете, по моему мнению, надо однозначно утяжелять стрелы, потому что, ну, данные стрелы, они слишком легкие. А сколько у тебя стрел? Для данной мощности арбалета. Я так думаю. А какой вес сейчас а у стрел? Как считаешь? Я не знаю, сколько у тебя стрелы есть. Что? Я не знаю, сколько у тебя стрелы весят. Какой у них вес сейчас? Ну, они у меня стандартные. Я их еще не утяжелял. Стандартные? То есть это даже которые без маркировки, которые вот такие как не глянцевые, матовые, шершавые такие, да? Ты про них говоришь? Ну, у меня же стрелы Doom и стрелы Karma. А, то есть вот этих стандартных у тебя нет, слава богу. Что? Вот этих вот стандартных, которые... Как грифель по цвету, так, такие вот. Это Doom стрелы, которые идут карбоновые, графитовые. Нет, на Doom написано, что они Doom. А есть еще стрелы, которые, на которых ничего не написано. Нет, таких у меня стрел нету. У меня стрелы Карма и стрелы Doom. А-а-а. И вот эти стрелы, я понимаю, мое личное мнение, что надо утяжелять. Ну, они вроде не то, чтобы сильно легкие. А почему тебе кажется, что их надо утяжелять? Тебе не хватает том, пробивной что... мощности? Нет, пробивной мощности, кстати, в данном арбалете с избытком, потому что если мы берем мишеньку зомби, вот, и начинаем по ней стрелять, вот я полностью переупаковал новую мишень, и если я попадаю в одно место 4 раза, то оно уже пробивает эту мишень насквозь. Угу. Вот. Если мы берем новую мишень зомби, и также я охочусь, вернее, начинаю по ней стрелять своим охотничьим луком, то в одно место я могу попадать, там, пускай 50-60 раз, она будет держать. Зомби этот арбалет не держит. Со взрослыми плечами она не держит. Но я хочу добавить веса для стрелы, потому что... Подняв вес стрелы, то мы понижаем скорость, а настраивать арбалет, у которого скорость меньше, вот, у него будет, наверное, я так думаю, меньше вибраций, и настроить данный арбалет будет проще. Но это то же самое, как с оружием, если мы берем. Ну, вообще есть, да, логика в этом, на самом деле. Но с арбалетом вообще непонятно, я не на самом знаю. Деле. Потому что теоретически, как бы, стрела не относится к настройке арбалета. Ну, типа, арбалет сама по себе рабочая система. Тетива взводится, тетива отщелкивается, блоки крутятся, плечи распрямляются, и все должно срабатывать там симметрично и так далее. Но, по факту, сталкиваешься с тем, что настраиваешь арбалет под одни стрелы, потом берешь другие стрелы, и там вообще другая картина. Просто все совершенно по-другому. Я полностью с тобой согласен. У меня же даже закидон хвостовика на стрелах Doom и на стрелах Карма, он разный. Если на стрелах Карма, я присылал тебе фотки, закидон хвостовика у меня идет приблизительно 2 сантиметра, то на стрелах Doom там идет порядка 12 сантиметров. Хотя стрела Doom, она у нас жестче гораздо. Она у нас как лом идет. Ну... Я, знаешь, долго думал, ну, понятно, почему на классике есть стрелы, которые подбираются там по определенной жесткости. Потому что на классике тетива сходит с пальцев в бок,
Соответственно, изначально вот этот импульс передается стреле, она вот так вот рыбки изгибается, и, ну, парадокс лучника соскальзывает с полочки, нажимает на плунжер и все дела. Для чего на блоке рекомендуют таблицу вот эту жесткости? Вот у меня есть как раз мнение, что именно из-за этого. Из-за того, что все равно какие-то вибрации, какие-то отклонения есть, и чтобы их как-то нивелировать, берется стрела, которая чуть-чуть мягче, и она вместо того, чтобы закинуть его, ставить наверх и вот так вылетать, она сыграет чуть-чуть и дальше ровненько, собственно, летит туда, куда она изначально была направлена. Вот, но в арбалетах ничего такого не распространено. Я только на каких-то китайских сайтах, там, типа Алиэкспресса, видел, чтобы указывали жесткость на арбалетных стрелах. А из производителей самих стрел никто жесткость никогда нигде не указывает. Наверное, подразумевается то, что они сами по себе жесткие, прям до нельзя. И тоже, как с этим быть? Вот как настроить арбалет под стрелы, если они по факту оказываются разные по жесткости? Просто надо выбрать одни стрелы, создать там, собрать 10 стрел, комплект, чтобы у тебя был, и под них начинать настраивать арбалет. Но почему я говорю, что если мы поднимем вес стрелы, то мы уменьшим скорость, ну, всего механизма в арбалете. А чем меньше скорость в теории, то получается эту систему проще настроить. Наверное. Это как в луке. Если мы настроить лук, к примеру, там, который 80 фунтов, и настроить лук, который там 50 фунтов, мне кажется, 80-фунтовый лук сложнее настроить, чем 50-фунтовый, вот, правильно? Не знаю, у меня что-то такого, сколько луков настраивал, вот. Насчет луков такого у меня не возникло. То есть такого не было. Это у меня просто, мне кажется, я тебе говорю, это мне кажется, что систему, которая работает не на максимум, настроить будет проще. Но система-то на максимум будет работать. Эта система-то оперирует не скоростями, а энергиями. А энергии окажется столько же. Более того, даже если ты возьмешь более тяжелую стрелу, энергии будет, стреле передастся больше, потому что если легкая стрела, она не успевает забрать в себя всю энергию, и поэтому, если ты там, как я замечал, согласен, когда берешь тяжелую стрелу, выстрел тише происходит, чем когда легкую. Если мы вообще без стрелы, то этот хлопок, бум, ну, я думаю, ты слышал, как звучит холостой выстрел. Если мы берем тяжелую стрелу... Как звучит холостой, слава богу, я еще не слышал. Странно, я думал, все слышали. Короче, это очень громко, ну, особенно если у тебя в руках это происходит. И сразу понимаешь, ну, то есть, ты выстрелишь, да, ты же уже не знаешь, была у тебя там стрела или не было, у тебя арбалет уже выстрелил. Но по звуку ты точно поймешь, что был холостой. Не перепутаешь, потому что прям громкий такой взрыв получается. Если мы берем тяжелую стрелу, то звук еще тише, чем с легкой стрелой, потому что как раз больше энергии уходит именно в стрелу. Кстати, по поводу вот энергии, да, вот ты говоришь, добавится энергии стреле. Я прекрасно понимаю, что стрела, более тяжелая стрела, она возьмет на себя больше энергии. Но мое мнение, что данный арбалет, он избыточен по мощности. Просто когда люди выбирают себе арбалет, купить арбалет, и до этого они не ходили на охоты с арбалетами, не стреляли по мишени, они не представляют, какой мощности арбалет Doom именно со взрослыми плечами, то мое мнение, они покупают... Ну, если же мы берем арбалет, то нам надо брать по максимуму. В принципе, как и у меня была такая логика. Хотя на данный момент я понимаю, что, наверное, идеально было бы это плечи, которые не... То есть вот детские плечи, вот есть взрослые плечи, и взять что-то посерединке. Потому что мощности данного арбалета даже и с детскими плечами будет достаточно, чтобы перекрывать все охоты, которые, ну, есть у нас в Республике Беларусь. Это включая лоси и оленя. Угу. Ну, я, кстати, не знаю, можно ли раскрутить арбалет Doom, а там по, как на луке, знаешь, открутить по обороту. Рассчитан ли он на это? По идее, если ты откручишь по обороту, арбалет сильно ослабнет, а стрелять будет, как стрелял. Но я говорю, что вот я столкнулся с избыточной мощностью. Ну, то, что мы не берем мою спину, что она у меня там травмирована, это взводить арбалет. Это раз, для меня это некомфортно. Второе, что когда мы стреляем по мишени,
Это тоже некомфортно, когда стрела пролетает насквозь. То есть я ставлю мишеньку зомби, и потом, если она ее уже, стрела пробивает насквозь, то у меня еще там стоит две штуки из залона. И вот это вот, когда оно эту мишень дрявит, то это тоже некомфортно даже тренироваться. С менее мощным арбалетом тренировка была бы гораздо комфортнее. То же самое, этой бы мощности хватало бы и для охоты. Потому что мы видео снимали, когда летом стреляли по мишенькам. Я, во-первых, себе рубашку порвал, потому что, когда взводишь арбалет, ну, короче, вот здесь вот она стягивалась и порвалась. Но сам факт, что я просто не мог вытащить стрелы из щита, то есть я просил ребят, я там в лесу, в этом костюме, в пиджачке, и пытаюсь эти стрелы достать, а этот, ну, тут то же самое получается происходит. Все рвется, и ты еще рвешь, там надо упираться в щит, чтобы достать. Поэтому я просто говорил, ребят, я не буду доставать. Доставайте вы их, пожалуйста, потому что это действительно, вот мне это не очень нравится. И, собственно, поэтому я, вот сейчас я записал видео, не знаю, что там выйдет раньше, про мамбу я там тоже отметил, то, что на самом деле, если арбалет не для охоты, ну хотя, вот видишь, ты говоришь, даже для охоты столько мощности не надо. Но если вам арбалет нужен просто, типа, пострелять, то берите арбалет со слабыми плечами. И мне, например, мамба больше всего нравится, потому что она не на самых сильных плечах тоже. Там их вроде три уже есть версии, на 200, на 150 и на 120. Вот на 120 просто идеальный вариант. Прости, отвлекся, просто не мог не высказаться. Но действительно, насчет этой избыточной мощности арбалета, за которой все гонятся. Но, к сожалению, просто большинство людей то же самое и луков касается. Дайте мне самый мощный лук, говорит человек, который никогда не стрелял. В итоге он его покупает, три раза натягивает, говорит, все, мне не нравится это, стрельба из лука ерунда какая-то. Пойду пиво пить на диване. Поэтому мощность, она действительно, это, короче, она не всегда нужна. Но дело в том, что здесь, как тебе сказать, кто-то дал тенденцию, либо направление вот это вот, кто сможет побить эту скорость. И вот рекламные трюки, когда рекламируют арбалет, либо лук, все всегда гонятся за скоростью. Вот у меня вот лук, столько-то там FPS. Фирма потом делает еще лук, и на один этот FPS больше. И все начинают, все, значит, этот лук лучше. На самом-то деле оно не так. Для обычных людей, которые не связаны с миром луков и арбалетов, конечно, это самый главный показатель. Что быстрее, что мощнее, ну, то и берут. Но когда ты в этой каше поваришься, ты понимаешь, что должен быть некий баланс мощности, которая устроит тебе на охоте, так же самое, чтобы эта мощность не давала тебе дискомфорта в тренировках. Потому что чем больше ты тренируешься, тем больше ты начинаешь, ну, набираться опыта, становишься более меткий там и так далее и тому подобное. И ты, самое главное, не получаешь какого-то дискомфорта от этой тренировки. Потому что лук дискомфорт у меня не вызывает, арбалет с избыточными плечами, он вызывает дискомфорт. И это вот, скажем... Ну, это не всегда хорошо. Мощность – это не всегда хорошо. Должна быть золотая середина. Ну, это особенность людей такая, потому что, опять же, я по своей профессии, собственно, моя основная род деятельности – это видеосъемка. И то же самое с этими мегапикселями. То есть, наверное, заметил, везде все камеры выходят, там 28 мегапикселей, 128 мегапикселей. Да, сейчас 120 мегапикселей. Какие-то пошли уже телефоны. Да, да, да. А когда разбираешься, понимаешь, что оно, это не просто не нужно, это именно что мешает делать качественные съемки. Много мегапикселей, они становятся маленькие, мало света на них попадает, картинка получается шумной. Если взять какие-нибудь профессиональные видеокамеры, там 12 мегапикселей в лучшем случае попадаются. Просто но лучше. Пиксель имеет большой размер. Да, матрица такая же, просто тут у нас поделено на 128 маленьких квадратиков, где маленький этот, мало света попадает, либо на там 12, но больших. Туда больше света попадает, картинка гораздо лучше получается. И вот с арбалетами такая же история на самом деле случается, действительно, потому что мощность, она вот то, о чем я рассказал, хочет мощный, начинает стрелять, понимая, что это не весело ни хрена такое натягивать. Нифига не весело доставать стрелы из щита, потому что... Или ходить их искать, потому что они у тебя в защиту куда-то улетели. И, собственно, в итоге человек уходит из хобби. Поэтому тут да, так.
Ну вот у меня стрелы как ломаются. Я еще ни одной стрелы в Doom Military не потерял. Но дело в том, что вот у меня идет, да, вот мишенька зомби. Первый раз стрела заходит наполовину. Потом, если мы плюс-минус в эту дырочку попадаем, там уже практически выходит. Вот. А третья уже может вообще сквозняком пролететь. И вот она пролетает сквозняком. У меня там идет, получается, основание бетонного забора через метр, и эта стрела просто разламывается. Вот. Когда ты ставишь два изолона, оно насаживается, этот изолон, с изолона тоже некомфортно доставать. Ой, это вообще кошмар. А ты смазываешь стрелы? Нет, не смазываю. Это не сказать, что сильно спасает. Но другая сторона, то, что и стрелы начинают глубже входить. Если у тебя сейчас изолон там через раз пролетает, то если ты их смажешь, я думаю, они у тебя все время будут насквозь пролетать. Ну вот видишь, вот мы приблизительно вдвоем с тобой поняли друг друга, и надеюсь, это, если кто-то посмотрит видео, то они тоже поймут, что мощность, тем более в Doom Military, она не нужна такая максимальная. Поэтому, возможно, даже вот, когда в следующий раз будут рассматривать, что можно усовершенствовать в данном арбалете, это, как ты уже сказал, вот я за мамбой не слежу, что у них есть трое плечей. То есть максимальное, как бы минимальное и что-то среднее. Но, Вот так. понимаешь, это не сработает, потому что с мамбой как раз-таки они плечи повзрастающие получали. Сначала она была без усиленных, потом там на 120, потом на 150, потом на 200. Потому что А, вот так вот. люди хотят мощи. А если люди хотят мощи, как бы их есть у меня, что называется. Поэтому я не думаю, что выйдет так. Ну, мало кто это понимает. Мало кто понимает, что... Ну, да и к тому же, вот купил ты арбалет, купил ты плечи. И потом такой, что, и что, и зачем я деньги платил, зачем я это покупал, у меня вот такой мощный арбалет, теперь его разбирать, пересобирать, ставить слабый плечи, а, и с этими что делать? Не, я, честно говоря, не думаю, что это люди оценят такое. Ну, может, не оценят, хотя, смотри, если когда я хожу с луком, то я прекрасно понимаю, что я должен стрелять по легким, то здесь у меня появляются такие дурные мысли. Ну, конечно, это видео буду записывать, но я думаю, это никто не оценит. Я хочу сразу две лани насквозь пробить. Вот, ну, то есть, чтобы получилось так, чтобы она зашли так одинаково. Но а когда я его зарегистрирую и поеду на лося, то я однозначно хочу ему стрельнуть, ну, в так называемое зеркало. С лука туда стрелять не будешь, вот, но с арбалета я обязательно хочу ему туда засвинтить. Поясни, что такое зеркало. Зеркало. Ну, мы обычно же стреляем в лося сбоку, правильно? Да. Так как ребра легче пробить. Ну, вот когда вот я с лука стрелял, то получается, я с лука лося пробил насквозь. Вот. Это единственное, самое убойное место. Когда лось стоит к тебе передом, вот так вот, вот это называется зеркало. Сюда с лука стрелять не будешь, потому что есть шанс, что он уйдет, ты испортишь зверя, и тебе придется платить полстоимости лося. Но если он, когда я зарегистрирую, он выйдет ко мне с арбалетом, вштык, в зеркало, либо вштык, то я ему обязательно сюда засвинчу. Подожди, а вот тут интересный вопрос. То есть это связано не столько с мощностью, сколько со скоростью полета стрелы? Ой, я не знаю, откуда берется, как там математически рассчитывается пробивная способность арбалета, арбалетной стрелы, но ее дофига. Не, И я не про поэтому это. я хочу. Я про то, что ты говоришь, если из лука, то лось может там подвинуться, уйти и, соответственно, подранок, да, будет. А с арбалета ты готов это Да. сделать. Вот почему? Почему ты думаешь, что с арбалета у тебя получится? Потому что стрела с арбалета быстрее летит, и он не успеет куда-то увернуться? Или почему? Нет, потому что оно пробьет эту часть. С лука я не уверен, что оно пробьет. А. И поэтому я испорчу зверя. Мне даже жалко будет его туда стрелять. Не сколько, что я деньги должен буду заплатить, сколько я зверя испорчу. Вот. А арбалетная стрела, она однозначно здесь пробьет.
Поэтому я и хочу сделать этот выстрел, чтобы именно это было в ту часть, которая не пробивается стрелой с лука, но пробьется арбалетной стрелой. Понятненько. Ну, то есть, понимаешь, и иметь мощный арбалет и стрелять как обычно, это уже тогда неинтересно. А увеличение дистанции не рассматривал как вариант использования этой избыточной Понимаешь, энергии? увеличение дистанции, скажу тебе так, в чем интересна охота с луком либо с арбалетом? Ты подманиваешь к себе зверя, ориентировочно будем говорить о стандартной дистанции, там 30 метров. Вот. И именно весь интерес охоты – это то, что зверь максимально к тебе близко. Если увеличить дистанцию, так не проще ли взять ружье, не проще ли взять карабин? Понимаешь? Потому что когда зверь от тебя далеко, ты не испытываешь этих ощущений. А когда чем ближе к тебе зверь, тем ощущение у тебя ярче. Ну подожди, а Вот смотри. подожди, я просто хочу задать вопрос, а что тогда мешает с тем же ружьем охотиться на те же 30 метров? Человек не может себя сдержать, когда он может сделать дальний выстрел. А почему тогда с арбалетом ты можешь себя сдержать? Когда у А тебя потому мощный что я арбалет, понимаю, который что... позволяет тебе на 50 метров, например, добывать. Как дум милитари, например. Но вот подожди, я сейчас тебе попытаюсь объяснить, Давай. чтобы ты понял. Вот сейчас, когда я ездил с луком, 4 раза. 4 раза были лоси на расстоянии до 30 метров. Да, я не смог сделать этот выстрел с лука. Если бы этих 4 раза у меня было ружье, вот, я бы этих лосей однозначно добыл. Но, да, многие могут сказать, вот ты съездил на охоту, у тебя, ну, ты не добыл этого зверя, ты должен расстроиться. Да, было какое-то расстройство. Там лось был, я там не сделал то-то, то-то, уже задним числом думаешь, продумываешь, что можно было изменить. Вот. Но когда я взял в руки карабин, и как я тебе вот уже говорил, 8 косуль, оленя и 11 бобров, эмоционально я ничего не испытал. То есть охота, она стала настолько неинтересная. Это вот по эмоциям, это просто мясозаготовка. Ты пришел, добыл такой, ну ладно, пошли. Последних 4 косуль я стрельнул за, наверное, за 5 минут. Сейчас эти налетят, как их называется, зоозащитники или там диванные эксперты. Это была семья. Косуля, ну, козел и 2 сигалетка. Вот, они четвером стояли, я вышел, четверых их на одном месте положил, и на этом охота закончилась. А в плане... Расстояние там было 150 метров, никаких эмоций. Вот, а в плане тех же эмоций, чем лук отличается от арбалета? Арбалет же вроде проще. Как вообще охотиться с арбалетом после лука? Имеет ли смысл? Да, есть те, кто охотится уже с луком, имеет ли для них смысл пробовать с арбалетом? Те же ли это эмоции или нет уже? Смотри, дело в том, что тут есть и плюсы, и минусы в каждом оружии. Для того, чтобы мне подготовиться к охоте с луком, как минимум месяц я должен тренироваться. Для того, чтобы я отдавал себе отчет, куда я стреляю и почему стреляю. То есть я месяц должен подготовиться. Арбалет позволяет мне его взять и сразу же поехать на охоту. Потому что я знаю, что техника выстрела в арбалете, ну это как в ружье, вообще ее никакой. Согласен, правильно? Да. Вот. То есть здесь у нас выигрывает арбалет. Не всегда человек может позволить себе месяц готовиться для того, чтобы потом поехать на охоту. На арбалет мы можем установить дополнительное оборудование. То есть это может быть там, к примеру, теплоприцел, это может быть дневной прицел, который позволяет нам сделать выстрел, к примеру, в сумерках.
Вот у меня лоси было, что выходили в сумерках ко мне, то есть я подманивал, но они, покуда ко мне подходили, солнце уже у нас садилось, и я не мог сделать выстрел. Если бы у меня на арбалете стоял теплоприцел, то бы я бы мог сделать выстрел. Тем самым я вроде бы как охочусь с метательным оружием, и в то же самое время я приезжаю с охоты, с добычей. Потому что большинство людей, если они съездили энное количество раз на охоту без добычи, то у них пропадает интерес. Поэтому в этом плане арбалет позволяет нам с минимальными физическими вложениями добывать. Но в то же самое время это также охотничье метательное оружие. Ну, то есть это для тех, у кого есть лук, но не получается с лука добывать, да? Можно купить арбалет, тогда дело пойдет в гору. Ну, как тебе сказать? С лука сложнее. Однозначно, ты на лук не можешь навесить доп. Оборудование, которое продлевает время охоты. Ну, кстати, о фонарике. Вот расскажи про фонарики. Я когда работал в Интерлопере, там были всякие зеленые фонарики, которые типа там олени не видят, или там с красным фильтром и все прочее. Насколько вообще звери видят фонари и вот эти спектральные их сенсоры, насколько рабочие? Зверям, кроме кабана, фонарь вообще по барабану. Вот, а тогда я могу Ну, то есть ты тебе. можешь включить фонарь, и у тебя будет время на выстрел в 95% случаев. Вот тогда я могу тебя возразить на все то, что ты мне только что сказал. Ты ж можешь на лук повесить фонарь и также продлить себе время в сумерках спокойно, да даже ночью можешь стрелять с луком, с фонарем. Нет, так не работает. Смотри, я охотился с фонарем, с луком. Когда у меня фонарь висит на стабилизаторе, я растягиваюсь, я смотрю, фонарь у меня горит, и я тогда вижу цель. Если у меня на лбу фонарь, то я цель не увижу. Логично. А зачем тебе на лбу? Вот. То есть, если ты вешаешь фонарь на лук, то ты должен его вешать на На стабилизатор. У стабилизатор, меня в да. этом году, почему я запарафинился на охоте, мне друг говорит: блин, что ты снимаешь с камеры на голове? Это все фигня. Не тот ракурс, не те ощущения. Я тебе даю шоткам. Я такой думаю: блин, действительно, шоткам это круто. Я снимаю фонарик со стабилизатора, вешаю шоткам, еду на охоту, маню лося. Лось, что самое интересное, раньше это не замечал. Вот, как-то ты начинаешь манить лося, и они очень громко подходили ко мне. То есть я мог даже, если они выходят с кустов, контролировать расстояние по звуку. А в этом году вот я охотился на болоте, то есть получается до 30 метров, ну плюс-минус я могу ошибаться, они подходили со звуком, а последние 30 метров, то есть я маню, они подходили, вот последний подошел под дерево, я его даже не услышал. То есть я манил, 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 слышал, что он звук, потом он звук пропал, думаю, ну, наверное, я что-то сфальшивил, и он ушел. Потом голову почему-то вниз опускаю, а он стоит под деревом, лось. А я изогнуться так не могу, то есть еще светло было, то есть шоткам бы записал. Вот. Потом я об этом сразу же сказал производителю седел этих Скорпио. Они когда платформу сделали первую, я говорю: ребята, ее надо исправлять, потому что в момент перестановки ног она у вас будет, ну, гулять. Они говорят: нет, все нормально, по сопромату мы все просчитали. Я говорю: сопромат, конечно, это классная фигня, говорю, но это не работает. Говорю: вот я у себя дома на дереве, у меня же дерево дома есть, говорю, я испытал, и оно не будет работать. Вот, и получается, для того, чтобы сделать этот выстрел полураком, мне надо было передвинуться, и эта платформа, сдвигаясь, создала звук. Лось отбежал на 10 метров и стал попой ко мне. С арбалета бы я бы засвинтил.
Вот с лука я понимаю, что я этот выстрел сделать не могу. И потом, когда прошло еще, наверное, минут, может быть, 6, лось повернулся ко мне боком, уже начались сумерки. И то есть вроде бы, ну, так ты визуально все четко видишь, а в лук ты уже не видишь. То есть ты растягиваешься и нифига не видно. Вот я и поставил камеру шоткам. Потом я Но решил если бы был подождать. фонарь, то все-таки получилось бы. Да, однозначно получилось. Я еще потом ради интереса начал манить и еще двух лосей выманил. И у меня стояли лоси 15 метров, ну это чуть сдвинулся, 15 метров, 25 и 30. Вот и все. Был бы фонарик, я бы однозначно любого из этих лосей мог бы добывать в легкую. А у тебя планка вивера, да, на луке? Нет, у меня я ставлю магнитное крепление от фонарей Армтек. А как тебе сказать? То есть снизу у нас идет дюймовое крепление, то есть туда влазит либо фонарик, либо этот шоткам. А потом я просто изолентой прикручиваю к самому стабилизатору. Но оно работает. А если работает, то чего тогда изменять эту конструкцию? Мог бы к этому шоткам и фонарь также рядом на изоленту примотать. Это уже слишком. Понимаешь, когда я тогда сидел в лесу, я пожалел, что это не сделал. Но, понимаешь, вот на этих мелочах ты и прокалываешься. Если бы все было так идеально, то, конечно, ты там сегодня накрутил шоткам, понял, что ты опукался, да? Потом на следующий день ты еще что-то прикрутил. Чтоб ты понимал, вот я ездил за 350 километров, я выезжал в пятницу и в воскресенье приезжал домой. То есть там 2 ночи сидел на охоте, и потом приезжал домой. Я неделю работаешь, потом обратно срываешься. Было бы это по месту, конечно, это все гораздо проще. Но по месту, вот чтобы ты понимал, я нашел у себя в 15 километрах от дома, сделали солонец, я там начал следить косулю, мне и друг помогал. Он говорит, все, 100% там выходит. Я пару раз ездил, выходит. Я еду, записываюсь к егерю, говорю, я нашел, где есть косуля, хочу добыть ее с луком. Он мне выписывает лицензию, то есть я еду к егерю, согласовываю это все. Потом приехал, вечер отсидел, она вышла чуть сбоку, то есть получается я не мог дотянуться. На следующий день я звоню егерю, говорю, опять хочу посидеть. Он говорит, я уже туда других людей отправил. Ну, конечно, они эту косулю добыли. То есть я егерю рассказал, что вот, ну как бы вот я это все подготовил, один раз сходил, на следующий день это уже туда другие пришли. То есть вот в этом тоже есть проблема, что егеря не совсем понимают, что люди, которые охотятся с луком, они делают гораздо больше работы по подготовке для того, чтобы добыть. Вот. Ну, они не совсем это понимают и ценят. Ну да, потому что с лука-то это не с вертолета стрелять. Надо просто Да. создать тот дом, куда всем животным леса будет хотеться, как этот в мультике «Король Лев», вот этот лев, когда выходил, и все такие вот звери сползались к нему, слушали. Вот лучник примерно так же делает, чтобы все звери леса пришли прям к нему вплотную, чтобы он мог своей стрелой до него дотянуться. Это понимаешь, как то же самое, вот я тебе говорил про тему, что мы не хотим, чтобы у нас как бы было больше лучников, либо людей с арбалетами, потому что они начнут браконьерничать. Это такая глупость. Ну, добыть с лука, либо с арбалета, это гораздо тяжелее. Поэтому это не вписывается в нормы браконьерства. То есть, если бы у меня стояла задача добыть там, ну, образно говоря, чаще всего охотиться на косуль, вот, либо на оленей. Их проще всего вытянуть. Либо затянуть в лес, либо вытянуть с поля, потому что браконьеры – это в основном налетная охота. То есть ты на машине подлетел, выстрелил, машину куда-то отогнал и потом уже оттягиваешь это животное. С арбалетом же так не получится. Поэтому
скажем, ну, это глупо говорить о том, что с арбалета люди будут браконьерничать. Ну, Даже если и один кто-то найдется, то ему надо поставить памятник, потому что он сделает саланцы, которых и так не хватает в лесу, сделает некие подкормочные, и для зверей он сделает гораздо больше, чем нанесет, как говорят люди, урон, изъявший какую-то одну особь. то те, ну, охотники, кто вообще в теме охоты, я думаю, те так или иначе слышали краем уха про арбалет, знают, что он тихий, и, собственно, при всем желании, понимании охоты, и так браконьерят вообще, да будь здоров, и поэтому просто как раз разрешение охоты с арбалетом, я не думаю, что прибавит просто людей, которые ломанутся, то, что вот, теперь можно купить арбалет и тихо пойти стрелять, потому что, собственно, точно так же можно сделать это и сейчас. Я не вижу. Понимаешь, люди, мое мнение, возможно, я сужу по себе или еще что. Если вы дадите людям разрешение, нет, так, скажем так, большую свободу к приобретению арбалетов, использованию их на охоте, то однозначно охотхозяйство выиграет. Потому что если я охочусь с ружьем, то я выхожу один раз и добываю одно животное. Ну, не так, пускай там я выхожу 10 раз, добываю 9 животных, да? Плюс-минус так, есть и холостые выходы. То, выходя с луком и арбалетом, я могу выйти 15 раз. Каждый раз я плачу по $8 за выход. Вот, за то, что я выхожу в лес, я должен заплатить $8. Вот, я только этими деньгами столько государству принесу прибыли. Вот, поэтому я считаю, что таких людей надо поощрять, чтобы они ходили на охоту. Ну, ты сейчас так сказал, как будто про рыбалку речь, что ты приходишь, просто денежку заплатил, удочку закинул и сидишь, ждешь, пока рыба клюнет. Но оно-то приблизительно так. Ну, то есть добыть с арбалета это сложнее. Понимаешь, еще в чем проблема? У нас нету такой свободы. Вот я вот слежу за Курашовым, да? Он приходит, покупает лицензию и идет охотиться, когда ему удобно, когда он хочет, относительно тех законов, которые есть в Америке. Ну, то есть там сезонности, по времени и всему остальному. Вот. У нас же, чтобы выйти в лес, я должен созвониться с егерем, чтобы у него было хорошее настроение. Он скажет, приезжай ко мне послезавтра, к примеру, я тебя запишу, и ты сможешь выйти послезавтра на охоту, потому что завтра я не могу. Я говорю, а я послезавтра не могу, либо еще что-то, понимаешь? И поэтому мы сначала с егерем должны словиться, потом, вот как я тебе говорил с этим солонцом, потом я должен выйти, а на следующий день он меня уже не пускает. Поэтому лучникам, если бы у нас в Беларуси, к примеру, я купил лицензию там на косулю, либо еще на кого. Пускай она там будет там в 3 раза дороже, в 5, мне без разницы. Но чтобы я имел возможность выходить тогда, когда мне это удобно. Это очень важно, потому что, ну, с карабином я 100% знаю, что я добуду. Ну, плюс-минус, утрированно, там, 90%. А с луком это и с арбалетом очень сложно. Поэтому я считаю, что должны быть какие-то поблажки для охотников, которые охотятся с метательным оружием. А насколько, ты не знаешь, насколько вот этот процесс обустройства охоты схож в Беларуси и в России? Нас с вами приблизительно одинаково. То есть у нас тоже надо, да, славливаться с егерем. Однозначно, для того, чтобы выйти в лес, ты должен с егерем договориться о выходе, чтобы записаться. Поэтому в этом проблема. Кстати, а вот после того, как все это разрешили, у вас же давно, да, это все разрешено? У нас порядка 10 лет назад это Да, разрешили. хотя хотел спросить, как изменилось вообще отношение егерей, когда ты приходишь с арбалетом, но потом вспомнил, что у вас-то вроде давно уже все это, у нас тут недавно разрешили только. Но последний разговор, который у меня был, я хотел с луком охотиться на оленя.
Я там охотился с карабином 2 года назад. Вот, поэтому я позвонил егерю и говорю: «Федорович, говорю, я четко знаю, где у вас переходы оленя. Приблизительно там за 5-6 охот, в принципе, я могу там оленя добыть». Он говорит: «Леш, не вопрос, я тебя знаю, то есть я постоянно там охочусь». Он говорит: «Ну, у нас сменился сейчас новое руководство. Я поговорю, и, в принципе, вообще без проблем приезжай, добывай своего оленя». Вот, он говорит это директору, что ко мне приедет человек с луком. Он говорит: «Нет, он к тебе не приедет. У нас не разрешена охота с луком». Он говорит: «Ну, он уже охотится 2 года, по всей Беларуси катается». Говорит: «Но у нас еще не было. Насколько я знаю, у нас только в вольере». Он говорит: «Да нет, у нас закон уже есть, что можно охотиться где угодно. Вот пускай где угодно охотится, но только не у нас. Потому что, насколько я знаю, охота запрещена». Ну вот. Понимаешь, и я-то в принципе могу поехать к этому директору, взять этот талмуд, даже могу там к руководителю бора обратиться. Но дело в том, что как только я это сделаю, в эти охотугодья я уже не попаду. Ну, писать против ветра, оно такое себе. Ну, Увернуться понятно, можно, понятно. но, как правило, не всегда. Ну, смотри, ты поедешь на охоту. Давай сейчас вот кратенько подытожим твою предстоящую охоту. Ты пойдешь на охоту с арбалетом Doom Military, который у тебя на сколько фунтов? Со взрослыми плечами. Хорошо, Не буду, я не знаю, сколько он. хорошо, со взрослыми плечами, со стрелами. Карма. Со стрелами кармы и с какими наконечниками? Наконечники китайские. Раскрывашки или фиксы? Китайские G5. А почему ты, кстати, не взял какие-нибудь раскрывашки, потому что на ненастроенном арбалете раскрывашки хорошо бы себя А проявили? с такой мощностью эти раскрывашки будут сразу же ломаться. То есть с ними просто не получится добыть или они одноразовыми будут? Они одноразовые. Дело в том, что, скажем так, я считаю, что тренироваться перед охотой надо ровно с тем оборудованием, которое мы будем использовать на охоте. Эти раскрывашки, которые я купил, китайские, они просто не доживут даже до охоты, если я с ними буду тренироваться. Ну просто фикс, у него площадь больше, поэтому и требования к настройке, к вылету стрелы больше. А если взять раскрывашки, то по идее даже с ненастроенным арбалетом можно, я думаю, запросто охотиться и даже вообще подозревать не будешь, что у тебя арбалет не настроен, потому что стрелы будут хорошо лететь. Полностью с тобой согласен. Со мной списывается человек, который так и не смог победить фиксированные наконечники, и он охотится с раскрывашками. Но он охотится с дорогими раскрывашками. Я не буду сейчас сочинять, ну, их название, точно я не помню. Но он стреляет также по мишеньке зомби, и они выдерживают. Ну, не ломаются от этого, от мишеньки зомби. То есть, вот как вариант, такие наконечники купить. У меня есть еще аннигиляторы. Вроде бы я правильно сказал. То есть я использую их на луке. То есть с этого года я уже пристреливал лук на аннигиляторы. Но дело в том, что ставить их на дум, когда я буду стрелять вниз, а там каменистая, то есть однозначно этот наконечник сразу же на выброс. Охотиться на лань я буду с засидки, и это будет под углом. Я хотел сразу поехать с седла Скорпио, но у нас сейчас минус 10, и я боюсь, что отсидевший там без движения порядка там, ну, наверное, там буду на охоте 4-5 часов, я боюсь обратно, чтобы не перемерзнуть и не заболеть. Поэтому буду охотиться с вышки, для того, чтобы, если мне, не дай бог, там станет холодно по какой-то причине, я смог бы подвигаться, ну и не заболеть. Вот так. Прицел у меня сейчас будет стоять, теплоприцел с дальномером. И вообще, когда покупаете дальномер, в идеале, если вы берете дневную оптику, то берите кратность в идеале, там, образно говоря, там, единица, полторашка на 4. Когда ставят прицелы четверка, приближение и дальше, то, мое мнение, для охоты это не совсем правильно, потому что поле зрения очень маленькое, а расстояния короткие.
А почему, точнее, не почему, а как ты к коллиматору относишься для охоты? Вполне классно. Коллиматор это для арбалета тоже четко. К примеру, образно говоря, там на 40 метров, если мы пристреливаемся на 30 метров, у нас получается в думмилитре со взрослыми плечами практически прямой выстрел. То есть поправки там по вертикали нам делать никакие не надо. Ну, если мы стреляем, объект у нас косуля либо лань. Поэтому использование коллиматоров вполне допустимо, потому что там очень хорошее поле зрения, мы видим все, что нам надо. А ЛЦУ? Очень хорошо отношусь. Но у меня сейчас теплоприцел. Это еще лучше. То есть даже когда у нас будут сумерки, я всегда могу сделать выстрел. А к ЛЦУ как относишься? Мне кажется, это тоже неплохая штука, когда не обязательно даже вкладываться. Это с арбалетом, ну, с лука это не сработает, да, потому что там прикладка, соединение двух линий, которые у тебя в руках, по сути, да, ты их совмещаешь вручную. Я А на понимаю. арбалете хоть вот так вот точечку на, ну, как, короче, понятно, да, вот так вот точечку навел, Да, я понял, хоть ты выстрелил. можешь стрелять из-за угла. Да. Плюс-минус. В теории оно должно сработать, но я ни разу с него не стрелял. У меня есть на мамбе, ну, Поэтому... я не охотник, я так развлекаюсь. Днем не работает, потому что солнце. А когда облачность или сумерки, то там просто это, ну, прям вообще красота. Как вариант, просто зверь может его увидеть. Не то, что оно бегает у тебя где-то, когда, ну, образно там ты около ног водишь, ты еще не навелся на цель, просто боковым зрением оно увидит, что где-то с вышки там что-то мелькает. Как вариант, ты можешь испугаться. Ну да. Ну хотя ты говоришь, на фонарь не реагирует, Я не уверен. на лазер, мне кажется, тем более не среагирует. Хотя, с другой стороны, кошка на фонарь не реагирует, а на лазер реагирует. Дело в том, что когда мы включаем фонарь, вот, во-первых, мы никогда не включаем зверя, это мы идем наводкой. Вот, то есть, ну, вот Не, так я вот понял, да. включать прям в упор, это косуля может простить, это лось может простить, вот, кабан, бобр, олень однозначно не простит. То есть мы должны включить в бок, там, к примеру, к подмышку, либо в себя этот фонарик включить, и потом плавно наводить. Тогда это зверь меньше на это реагирует. Я не знаю, как на ЛЦУ будут реагировать звери. У меня, в принципе, ЛЦУ на теплике есть. Можно проверить, что они скажут на это. Ну, проверь. Вот мы с тобой, надеюсь, созвонимся. Потом после охоты будешь хвастаться своими трофеями. Заодно расскажешь, как зверь на ЛЦУ реагирует. Но я сначала сделаю выстрел, а потом, если будет возможность, еще кто-то подойдет, на нем я и проверю. Хорошо, договорились. Проверять ЛЦУ, не сделав выстрел, ну это такое себе, знаешь. Ну, понятно, да. Сразу надо сделать одно, а потом уже проводить дальнейшие эксперименты. Но только на втором Все, звере, тогда не мы... на том, которого убил. Пробы, хорошо? Да. Все, договорились. Ну что ж, на Все. этом, наверное, все. До новых встреч. Да, тогда до понедельника. Да, давай, покеда. Всем хороших охот. Ходите на охоты с метательным оружием. Это гораздо интереснее эмоционально. Даже если вы что-то не добываете, все равно у вас эмоции какие-то есть. Когда вы ходите с нарезным оружием, либо с гладким оружием, после охоты с арбалетом, либо с луком, эмоции у вас уже будут очень-очень скудные. И вы поймете, что наши прапраправнуки, ой, правнуки, прадеды, вот, не просто так с этим охотились. Хотя они, наверное, завидуют нам, что мы охотимся сейчас с нарезным. Как-то так. Ну, на этой замечательной ноте Все. и заканчиваю. Все, до Да, встречи всего тогда. доброго.